студент КФУ завершил работу над татарским переводом первого тома эпопеи о Гарри Поттере. В работе были задействованы 13 волонтеров. Презентация Гарри Поттера на татарском языке запланирована на 19 августа на дизайн-ярмарке «Синой базар» в Казани. По словам Айдара Шахина, перевод первого тома «Гарри Поттер и философский камень» опубликован в сети в бесплатном доступе на сайте potter.tatar. Именно 31 июля – день рождения писательницы Джоан Роулинг и ее литературного героя Гарри Поттера. Кстати, на этом сайте уже можно ознакомиться с татарским переводом восьмой книги о волшебнике, который вышел в конце прошлого года. В 2015 году. Тоже отрывки, да, я переводил первую главу пятой книги, чисто ради интереса, когда никаких планов не было. И в прошлом году я сам перевел, получается, восьмую книгу, пьесу «Гарри Поттер, Кубок Огня», сам. И тогда я понял, что это очень интересно, и что этим можно заниматься, и что этим нужно заниматься. И получается, уже в декабре прошлого года мы набрали команду, и уже целенаправленно через меня спирал. По словам собеседника, в дальнейшем он не исключает возможности перевода на татарский язык других книг о Гарри Поттере. Есть желание перевести на татарский всю Поттериану. Однако все будет зависеть от востребованности переводов и наличия времени. А пока на татароязычной версии сайта «Радио Свобода» в постоянной рубрике Айдара Шахина можно ознакомиться с переводами отрывков на татарский язык шедевров мировой литературы Оурала Толкина и других авторов. Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, Универньюз.